Композиция на русском языке называется она «Будильник». Сейчас мы вас всех разбудим, ребят. Видно по лампе даже. Да, да. Особенно сейчас. Мне бывает... Значит, на работу опоздал. А две минуты не спасу, тебя две минуты не спасу. Давай зажигай прямо тут. О, какой начальник недовольный, и на всю квартиру громкий звон. Но я правду не скажу, правду не скажу, я быстро выключаю телефон. Выходной. И все это был и сон. Просто сверху делают ремонт. Нормально?
shouldn't be over. Среди вас есть рыжие девчонки? Я уверен, где-то есть, да? Но среди нас рыжих девчонок нет. Итак, композиция для рыжих. Для рыжих. Авторская композиция для рыжих. Погнали. Там по сети смотри, на рыжих. Собираешься гулять, красит пули, но ты зубы, будем танцевать. Я вам сейчас накажу, рыжий цвет, я так люблю. Рыжий, это просто беспредел. Много рыжий и бесстыжих, но она красит губы, но ты зубы. Когда вы будете, сами вы уже в клетке отключились второй раз.
Мне пацаны что говорят, там аварии дохуя попали. Там такая авария, Саша, пиздец. Я по навигатору езжу. Я потом играю. Потом взгляну, и приехали. Там мой мост есть. Мокрые киски. Продолжаем валить дальше. Понимаю, на чего лить, и нахуляйте сюда ноутбук выкинуть. Потому что там тоже начнет капать. И все зафонило. Похуй ебать. Где капает? Ну, давай. Фонит. А то все вообще обрубится. Камера, блядь. Такого не надо. Okay, а где Айкос? Можно дать, сэр. У тебя? Он просто там был? Ну да. Да, благодарю. Это не стики. Блять, папа. Итак, я предлагаю, значит, заговорить это небо, чтобы дождь закончился. Чтобы вот эти слюни, слезы на нас не сыпались, да? Поэтому мы сыграем композицию, которая называется «Слезу один, не пускай». Один. Все. What the fuck, man? На стул я сидеть, он мокрый. Пиздец. Я все говорю. Если вдруг мир вокруг стал таким бездушным и холодным вдруг, то тогда не спеша, ты подумай, может, это для тебя. Мир сырой и пустой, и местами даже не похож на твой. Может, ты сам не свой, твои вокруг себя такие пустой. Yeah.
много хотим, что прости, а кто же мы? Но не в твоем стиле думать о других. Делай так, чтоб твой пустяк был зарыт поглубже в твоих новостях. Делай мир для других, а иначе ты останешься один. Сам виноват. Да, ребят, серьезно? Это все от души, потому что. Поэтому, кто не боится дождя, гоу под сцену, ребят, я создал. Да, а знаете почему? У нас нет, как у котов, 9 жизней, у нас только одна. Вот. И Red Guitar Pick сегодня здесь, и это, можно сказать, эксклюзивное выступление. Мало кто сейчас занимается таким делом просто от души. В наше время душа немножко отошла на второй план. Но мы стараемся держать эту планочку. Поэтому приглашаем всех к сцене. Ну и тематическая композиция про то, что у нас нет девяти жизней. Не пробуй, у Кошек Nine Lives in Hell, он тоже авторская, тоже можно найти и послушать. Дайте, пожалуйста, задержите. I can't wait to see.
Где твои бимы, блядь? Пусти их нахуй. Блин, это разные сцены просто. Вау, блядь, вниз опусти, нахуй. Да. Сделай красиво, композиция, блядь. Называется «В моей голове ветер». Шабалда как сделать. Очень интересная вещь, поэтому припеве я всем рекомендую даже из самых далеких мест этой площадки кричать с нами «В моей голове ветер». Да, это весело. Моей. Моей голове ветер говорит о том, что в моей голове ветер. Динамику, динамику. В смысле, иногда просто надувает туда всего всякого такого интересного. И оно вот превращается вот в такие наши песни. Вот прям, да, прям вот так вот и происходит. И эту композицию мы записали с нашим, значит, компаньоном Лазарусом. Это африканец, да. И он в этой композиции спел на русском языке. Да, поэтому, когда вы ее найдете в интернете, послушайте, будете приятно удивлены. Но с нами он не приехал, он говорит, дождь. Да, братан, что? Вот, ну мы сыграем без него. Итак, в моей голове ветер, ребят, не забывайте повторять, да? Да. Да, реги, конечно. Ну, я так люблю, когда люди разбираются. Виноват, они играют то, что надо, играют то, что я люблю. И если ушах застряло, вот то вынимай ее скорее, слушай музыку.